Всем доброго времени суток, с вами Мервин, и сегодня у нас осмотр после краш-теста. Итак, давайте, собственно, посмотрим, что с ним стало после краш-теста. Особенно, в принципе, ничего не стало, так, дерево чуть-чуть похуже стало. В общем, какие-то потертости появились, другие, вообще какая-то странная потертость появилась. Работа, в принципе, все нормально, но мы лучше разберем, посмотрим, ничего ли не стало. Дверцу ободи откроем, в принципе, тоже ничего. Ну так вот, во втулках барабана чуть-чуть, очень-очень маленькая ржавчина появилась. Ну, даже в одной втулке, вот только вот здесь. В стволе, в принципе, все хорошо. Итак, собственно, хочу сказать пару слов о нагане. То есть, наган — это очень надежная вещь. Покупайте, не бойтесь. Цена сейчас, конечно, на него высокая, но все же... Стоит он своих денег, очень надежный. Если под 209 или 21 капсель, то он очень громкий. Еще есть промо потом 22. Мне он очень-очень нравится. Так, собственно, после краш-теста он у нас очень-при-очень тяжело взводится. И звук такой, будто он об что-то чертит. О, можно было услышать сейчас. Камера, может быть, и не передаст, но ушами слышно, даже вот так. Что, об что-то чиркает там, об песок, наверное. Ну, в общем, скоро произведем разборку и посмотрим. Это будет в следующем видео. Ну, собственно, конечно, ничего так не пострадало особо. Покрытие не пострадало. То есть все очень крепко, как держалось, так и держится. Ни люфтов, ничего не появилось. Единственное, что появилось, это вот эта потертость. И вот так вот чуть-чуть вот потертости небольшие появились. И вот этот вот скосик небольшой от удара по бутылке. А так все в идеале. Всем спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы кверху. Пока!